Привет! Сегодня у нас праздник! Праздник! У Кати на канале Мисс Кэти 1 миллион подписчиков! Ура! И мы едем куда, Катюш? Ты знаешь, куда мы едем? Да. Скажи. Так как сегодня у нас зима и Одессу замело снегом, детские площадки все заметены, а мы решили поехать в большой торговый центр пораздавать игрушки. Игрушки! Правильно! Едем! Да! Это столько подарков тяжелых, и лето просто детки такие уже легенькие. Ну что ж, мы приехали уже в большой торговый центр. Иди, мы тебе что-то дадим. А он не понимает еще. Это еще, наверное, не наш зритель. Она не захотела игрушки, представляешь? Это еще, наверное, не наш подписчик. Иди сюда. Первый зритель. Ты же смотришь, наверное, отзывы, правда, вам, Кунечка? Открывай, Катя, коробку, доставай что-то. А ну, хоть покажи, что у тебя там есть. Это бриллиантина, да. Держи, это тебе. Будешь носить колечки красивые. Класс! Это у Кати на канале сегодня миллион подписчиков. Мы решили таким образом подарки раздать деткам. Все, поехали хорошо. Дальше. Мало деток, еще рано мы приехали. Это ж утро только. Погнали. Ну как вам тележка? Не маленькая для вас двоих? Маленькая? Вас задавили подарки? Завалили коробки с подарками у вас? Покажите, сколько их там. А ну, хоть откройте, покажите, что там. Это всякие сюрпризы разные. Ого, аж разваливается. Ну, давай. Полные коробки. Две здоровенных коробки, полные сюрпризов. А ну. О, еще одна девочка. Сегодня на канале Мисс Кэти миллион подписчиков. Мы раздаем подарочки деткам. Давай, кого не дать, миллион дракончик. Кого дать? Так, увидели нового ребенка? Новый малыш, который с вами ходит. Здравствуйте. У нас сегодня на канале миллион подписчиков, мы раздаем подарки. Где мы тебе подарочек дадим? Макс, дай мальчику подарок. Смотри, дракона мы тебе дадим какого. Держи. Дракон отдаю. Будешь играть? Хороший обмен. Спасибо. Пожалуйста. Короче, решили. Макс раздает мальчикам подарки, Катя девочкам. У нас сегодня миллион подписчиков на канале Мисс Кэти, мы раздаем подарки. Держи. Собачку будешь играть. Иди, возьми, Манюнечка. Хорошо, Манюнечка. Смотри, у нас у Кати на канале Мисс Кэти сегодня миллион подписчиков, мы раздаем подарки. Спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо большое. Держи мальчику. Катя, а ты давай девочке подарочек. Дай девочке подарочек. Это, хорошо, будете носить. Спасибо. Хорошего дня. Даже девочка совсем маленькая получила подарок. У нас сегодня миллион подписчиков на канале, мы раздаем игрушки. Берите ее, лапочки. Спасибо большое. Всего доброго. Катя, смотри, девочка. Здравствуйте. Мы дадим вам подарочек. У нас сегодня праздник, мы раздаем игрушки. Держи. Манюнечка, держи. Там собачка очень красивая. У нас еще одна есть, Манюнечка. А? У нас еще одна есть. Еще есть одна, Манюнечка. Давай, что вот такое зайдем. Все, хорошо, А вон еще мальчики, там куча детей. У нас сегодня праздник, миллион подписчиков на канале Мисс Кэти. Мы раздаем подарки. Мальчики, давай. Подарочки, давай. Все, хорошего дня. Что надо сказать, Даня? Пожалуйста. Смотришь мультики? Привет. У нас, короче, так хорошо. У нас на канале сегодня миллион подписчиков. Мы сегодня раздаем подарки. У нас сегодня миллион подписчиков. Спасибо. Привет, привет. Стой, Макс, мальчик, вот смотри. Здравствуйте. У нас сегодня праздник, мы ждем подарки. Да. У нас сегодня миллион подписчиков на маскете. Дай мальчику подарок. Ну, да что-то другое. Это сильно для маленьких с ног. Да, вот это вот. Нет, это тоже. Сейчас, подожди. На вот это вот мальчика дай лучше, собачку. Держи. А то ты совсем крошечный. Все. Привет, привет. Смотрите, у нас сегодня праздник, и мы раздаем подарки. У Мисс Кэти на канале сегодня миллион подписчиков. Заходи, бери подарочек. Привет, иди к нам.
Девочки, не проходим мимо, подходите. У нас сегодня раздача праздничных слонов. Девочка, подходи, не бойся. У нас миллион подписчиков на канале, всем раздаем подарки. Ну, он уже взрослый, но тоже девочка. Ты хоть взрослая, но тоже девочка. Вот у нас подарки всем. Держи подарки родителям сегодня. У нас праздник. Спасибо. Подарочек подарим. Макс, я мальчику подарочек. Здравствуйте. Слушай, хорошего дня. У нас сегодня миллион подписчиков на канале. Посмотрите, мы всем подарки. Все хорошо? Вам тоже подарочек. А вот еще девочка. Здравствуйте, детки, детки. Подойдите к нам и подарочки дадим. У нас сегодня праздник, мы раздаем девочкам и мальчикам подарки. Подойди им. Смотри, какая классная. Девочки, дай кружку. У нас праздник, миллион подписчиков на канале. И мы делаем. Катюш, еще девочки дай. О, подходите, подходите. Катя, вот еще девочка, давай. Не бойся, подходи. Все, спасибо. У нас сегодня праздник на канале. Мы делаем миллион подписчиков. Очень приятно, Катюша, дай девочке кружку. Мальчик, подходи, не бойся. Ты же мне скейтик, ты же, наверное, смотришь, правда? Давай. Ну, в общем, раздели тебе, да. Всего хорошего дня. Мы сегодня отдаем подарки деткам, мальчикам и девочкам. У нас сегодня миллион подписчиков на канале Мисс Кейси. Катя, давай девочкам подарочек. Спасибо. Всего хорошего. Мальчик, иди там, иди. Тихо. Мы сегодня отдаем подарки. Здравствуй, ты смотришь мистер Макс и Мисс Кейси? Смотри, смотри, кто очень приятный. Катюшечка, дай девочке подарок. Макс, дай мальчику подарок. У нас на канале Мисс Кейти миллион подписчиков сегодня. Подходи, не бойся. У нас на канале Мисс Кейти миллион подписчиков. Поэтому мы всем раздаем подарки. Хорошего дня, спасибо. Могли бы автограф для сына оставить? Очень любит ваши обзоры. А кто именно должен подписать? Не знаю, мистер Макс, наверное. Ну, мистер Макс умеет, уже может. Если у вас есть ручка-карандаш. О, розовая ручка, Катя, прикинь. Катя розовой ручкой оставляет первый в жизни автограф. Сильнее, наверное, надо жать. Мисс. О, тут ты даже еще получишь у тебя что-то. Та-та-та-та. Мальчику игрушку, пожалуйста. Что надо сказать? Хорошо. Макс, напиши. Макс, 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 спасибо большое. Хорошего дня вам. Спасибо. А мы все ищем, где же дети? Ищем детей. Дети все попрятались. Дети, вы где? Они все сидят за компьютером, смотрят Мисс Кейти. О, привет. Подходи ближе. Дай мальчику подарок. У нас сегодня миллион подписчиков на канале, и мы делаем подарки. Спасибо. У нас сегодня праздник, и мы раздаем деткам подарки. Кать, дай, пожалуйста, девочке подарок. Держи. Мы зашли в леопарк. Да, надо теперь проехать. В несколько приемов разворачивайся.
Не развали тут все. Бип. Всем привет. Девочка, подходи. Мы раздаем всем подарки в честь 1 000 000 подписчиков на канале Мисс Кейти. Дети, ребята, спуститесь, пожалуйста. У нас на канале Мисс Кейти 1 000 000 подписчиков. Всем раздаем подарки. Мальчики, подходите. Девочки, все. Не стесняйтесь. Давайте. Катя, открывай, открывай коробку. Давай, девочка, давай. Целая очередь собралась. Давай, девочка. Идем. Есть, не можно. Вот, Ванечка, смотри, какая девочка. Вот мы сюда хорошо зашли. Ой, там подарки. Ну что, все получили? А. Некоторые даже по два. Да, девочки, возьми, мальчик. Хочешь туда погулять? Ну хорошо, сейчас закончим и пойдем. Ну все, тут всех одарили, да? Все закончили, короче, прыгать по батутам, все сидят, распаковывают сюрпризы. Ну как, что попалось? Спасибо, мне стики сниги. Круто. Стики. Круто, классный. Что у тебя? Ты открыла уже? А что тебе попалось? Ух ты, какой прикольный. Катя, ты уже вылезаешь отсюда? А я знаю, я смотрела и кролика. Да? Ну классно. Я знаю, Катя. Ну значит, нас тут все смотрят. Классные попались сюрпризы? Я вот такая попалась. А, пони с крылышками? А у тебя стикис, класс. Тебе что попалось? Дракончик? Классный, розовый. Катя залетает на батут. Чуть пораздавала сюрпризы, надо попрыгать, да? Высоко-высоко прыгаем. Как девочка. Как девочка, да. Девочка там большая, очень высоко прыгает. И я. И ты очень высоко, молодец. Катя, пришли новые детки. Надо всем раздать подарки, давай. Любую, открывай, какая тебе нравится. Давай, девочки, подарочек. Давай, давай, девочки. О, спецшоп, я думаю, девочке очень понравится. Мальчик, подходи, подойди к нам. Катя даст подарок сейчас. А пока тебе подарок даст. Ну, подойди, подойди, дай мальчику, догони. А, мальчик убежал, ну ничего страшного. Он потом вернется. Убежал мальчик, он не понял, что ты сюрпризы раздаешь. Вот он, мальчик. Ну что, догнала мальчика? Катюш, ну что, догнала мальчика? Да? Это тебе сюрприз. В честь праздника. Спасибо. Пожалуйста. Мальчишки и девчонки, подходите. У нас сегодня праздник. 1 000 000 подписчиков на канале Мисс Кейти. Мы раздаем подарки. Подходи, мальчик, не бойся. Подойди. Пожалуйста, мам, дай мальчику. Мальчика давай. Или юбку, да. Выехали отсюда, поехали дальше. Ю-ху! Ю-ху! Филипп! Тут Катя, Макс едет. Катя, дашь девочке подарок? Держи. Да бери, не бойся. Да не стесняйся, бери. Мы девочки оставим, она стесняется. Да. Ну все, пока-пока. А, девочка хочет прилететь. Ну, да, ага. Пока-пока. А, не едет. Назад не едет, только вперед. Так, мы ехали-ехали, устали от раздачи подарков, от прыгания по батутам. Решили немножко перекусить. Катя, покушаем давай? Ну давай, а то мы устали уже прыгать и раздавать подарки. Короче, в ресторане мы нашли еще несколько детей. Сейчас будем их одаривать. Макс побежал мальчику давать.
Решили порисовать песком, да, Кать? Да. И что, получается у вас? Сейчас поснимаем вот уже. У меня кошечка. У тебя кошечка будет, кошечка. Да? Кошечка, ну-ка, покажешь кошечку. Смотри, сейчас. Катя, а ты девочкам не говорила, что у нас сегодня праздник, у нас 1 000 000 подписчиков на канале, и мы раздаем всем подарки, да, Катя? Да. Так, может, девочкам дай вот твоим соседкам по столу? Вот сзади тележка. Спасибо. Так, это одной девочке и второй что-то. Да, так, бери. И второй девочке. Собачки. Это от Кати подарок сегодня. От Кати? Да. Спасибо, Катя. Прикольно. Собачки. Да, маджики. Такие они прикольные, пушистые. Такие же собачки по этой слизюке. Да, да, было такое. Пока мы рисуем, мы всем раздаем подарки. Мальчики, подходи, мальчик, девочка. У нас у Кати сегодня 1 000 000 подписчиков на канале, и мы всем раздаем подарки. Вон Катя достает. Не бойтесь, подходите. Спрятались. Не хотят подарков. О, девочки, вот эту давай бриллиантину с колечком, да. Это девочки. А мальчику что? Фили, лошадка. Так, еще одна девочка подошла. Подходи, сегодня Катя раздает всем подарки. У Кати на канале сегодня 1 000 000 подписчиков. Она сегодня хорошая, всем раздает подарки. Спасибо, Катя. В перерывах между рисованием раздаем бонусы. Держи, это тебе. На саму кошечку посыпай, на лапки, на мордочку и на хвостик. Ты что, у тебя розовая она будет, да? Да. И чуть-чуть зеленая мордочка, да? Видишь, нужно всем по очереди. Красотища. Давай. Хвостик был розовый тоже. Кошечка. Да, Надежда. Давай. Вот эта красота у тебя тут получилась. Очень красивая кошечка. Маша. Что там, раздача подарков продолжается? Катя, 1 000 000 Маша. Подписчиков, у девочки день рождения. Два праздника в одном. Ура, и Катя, и девочке подарок. Встретила Катю и подарок получила. Маша. Такие, значит, самый большой надо выбрать. Или даже два. Мы два дали. Ага, правильно. О, спасибо. Тут раздача слонов. Вот еще две девочки. Катюш, еще две девочки пришло к нам. Давай, две девочки. Это вам подарки. У нас праздник, мы разыграем. Нам вот там мальчик тоже подойди, дай ему подарки. У нас у Кати 1 000 000 подписчиков сегодня, мы всем раздаем подарки. Или русалка. Или либо единорог, либо бабочка. Что, русалка даже, да? Да. Ух ты, я сам таких не видел еще, прикинь. Девочка, пожалуйста, скажи, нет, дай подарок. Вот, девочка. А ты ее знаешь, да? Да, я смотрю, видео, какие. Я думаю, мало ли, ты уже взрослая нет, такая. У меня сегодня праздник. Ну, это еще нечаянно так. Не означает. Я даю подарок. Спасибо. Спасибо. Давайте. Это молодец. Вместе с подарками еще и шарики немножко раздаем. Держи. Только крепко держи. Опа. О, все. Все, а кошку как? Может, мама понесет? Давай я понесу кошку. А, даже дают файлик. Фантастика. У нас у Кати 1 000 000 подписчиков сегодня на канале. Мы всем раздаем подарки. Да, тебе тоже. Давай, девочки. Сейчас Катя выберет подарок. Подарок. Держи. Смотри, девочки, какой подарок. Смотрите канал. У нас сегодня 1 000 000 подписчиков. Поздравляю. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. Даже к велосипедистам заехали. У нас на канале Мисс Кейти сегодня 1 000 000 подписчиков. Мы всем раздаем подарки. Тоже подписчик. И ты знаешь нас? И знаешь, как их зовут? И как? Круто, молодец. За это тебе подарок. Одних роллеров одарили, еще одни роллеры вот стоят. Мы подъедем только. А, пойдем.
Осторожно, роллеры не падать. Аккуратно. Максик, давай мальчику подарок. И девочке обязательно подарочек. Ну, девочке будет Катя дать подарочек у нас. Так, роллерам тоже всем. Пожалуйста. Смотрите нас. У нас будет 1 000 000 подписчиков на канале. Ого, классно. Спасибо. Он еще детки. У нас сегодня канал Мискейте 1 000 000 подписчиков. Катю прижали подарки уже, наверное. Давай подарки. Катя, давай один подарок. Все. А мальчику Макс дает. Катюша, дай девочке вот еще подарочек. Дай еще один девочке. А то сильно стесняется. Бабушка не переживет. Все, хорошего дня. Маша. Пока-пока. У нас на канале Мискейте сегодня 1 000 000 подписчиков. Мы всем раздаем подарки. Спасибо. Ты знаешь, что такая Мискейте? Я смотрю. И мистер Макс. Ну, супер. Подходи. У нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале Мискейте. Знаешь, что это такая? Ну вот. Она всем сегодня раздает подарки. Повезло. Все хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Увидели нового ребенка? Катя, дай, пожалуйста, девочке подарочек. У нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале Мискейте, и мы раздаем таким образом детям подарки. Всего хорошего дня. Дай девочке подарочек. Мистер Макс, Мискейте. Да, ты нас узнала? У нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале Мискейте. Мы всем раздаем подарки. Не-не, вот это, там мальчики, давай, не пили, а вот мальчик. Бери, вот, подходи. Девочка, девочка, подходи к нам. У нас тут раздача подарков на шару. У нас 1 000 000 подписчиков на канале Мискейте, и мы раздаем подарки всем. Давай, бери, не бойся, не стесняйся. Подарочек. У нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале, мы таким образом деткам дарим подарки. Давай, дай мальчику подарочек. Мальчик, мама, давай. Вот еще куча мальчиков, и сейчас мы их всех будем обдаривать. Давай. Мальчишки и девчонки, у нас раздача подарков. Давай, мальчик. Подходите, мальчик, подходи. Кто может ходить, все подходим, кто не может, подъезжаем. Мальчик. Катя, не закрывай. Катерина, ну, больно Максу. Давай. Давай. Держи, тебе. Ну, подходите, не стесняйтесь. Пацаны, давай. Держи. И тебе держи. Спасибо. Пожалуйста. Все, мы поехали дальше. О, еще куча детей. Много-много детей. Пожалуйста, у нас сегодня праздник. Подходите, получайте подарки. Давай, мальчик, давай девочки подарок. У нас 1 000 000 подписчиков на канале. Всем подарки. Давай, да, девочка, мы тут тоже давай. Вот это. Давай, девочка. А вот мальчик. Все, ты можешь, давай. Катя устала ездить, решила побегать, размяться немножко, да? Развеселить тут всех. Вот, девочка, подойди, подарок получишь. Катя, дай девочке подарок. О, и вот малышка, смотри, какая идет. Подходи, подарок получишь. Подходи к тележке туда. А Макс не просто идет, а Катя идет и подарки всем раздает. Катя, Катя, ты пробежала. Девочка, не уходи далеко, сейчас подарки будут раздавать. Вон Макс идет с Катей, сейчас будут подарки раздавать. Катюш, давай, вот бери подарки вон, давай, вон ждут тебя уже все. Давай, всем раздавай, подходи поближе. Катя, Макс, давай. Я знаю. Да. Она всем подарки раздает. Все подходите, не стесняйтесь. Давай, мальчик, девочка. Давай, девочка, мальчик, да. Макс, ты наш кумир. Катя, вот большая девочка стоит сзади. Ну ты попрыгушка. Да. О, Макс уже тоже бегает с шариками.
А вот еще мальчик. Мальчик, подходи к шарикам, там подарки раздают. Мальчик не захотел. Макс решил побегать даже с телегой. Вот гонщики. Целая куча подарков и Катя попрыгушка. Ух, осторожно. Чуть аварию не сделал, Макс. Мальчишки и девчонки, не убегайте, у нас тут раздача подарков. Выходите на раздачу подарков. Макс, Катя, давайте раздадите мальчику и девочке подарки. Девочка, мальчик. У нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале, всем подарки раздаем. Мама тоже фанатка? Она смотрит с утра до вечера. Привет. Получит, у нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале. Подходи. Всем раздаем подарки. Спасибо. Подходите. Ну, детям только. Все, всем пока. Фото с подписчиками. Катю не видно за шариками там, да? Сегодня 1 000 000 подписчиков на канале, раздаем всем подарки. Катюш, давай. Вон девочка стоит. Давай девочки, а Макс мальчику. Вы встречались с ним, может, да? Да, мы же. А, ну ничего страшного, на шару еще раз. Давайте. Просто ждали. Это вы нас ждали уже так давно, да? Катя, иди дай девочкам подарок, Наташа. Смотри, сколько эмоций. Вы эти сильны, да? Да. Подружки твои, они тебя смотрят. Всем подарки. Девчата, что-то нас обходят, боятся, наверное. Да, наверное, думаю, что развод очередной. Катя, давай девочке подарочек, возьми девочке подарочек. Девочка, подходи к нам, нас подарки раздают. У Кати 1 000 000 подписчиков сегодня. Мама, дай мальчику подарок. Подходи к нам, у нас подарки раздают. Серьезно, на шару. У канала Мисс Кэти сегодня 1 000 000 подписчиков, поэтому мы раздаем подарки. А это твой брат? Позови его тоже. Так, а это еще один братик вышел. Давай, получай подарки. У нас на канале Мисс Кэти 1 000 000 подписчиков сегодня. Не проходим мимо, мы раздаем подарки. У нас праздник сегодня, мы раздаем мальчикам и девочкам подарок. Катя, дай девочке подарочек, Макс, дай мальчику. У нас 1 000 000 подписчиков, мы раздаем всем подарки. На канале Мисс Кэти. Знаете такой? Девичьи подарки остались. Хорошего вам дня, спасибо. Вот еще мальчик и девочка. Давайте здесь подарочек. Мальчишки и девчонки, мы раздаем подарки. Бесплатно подарочек. У нас праздник, мы раздаем подарки. На канале Мисс Кэти сегодня 1 000 000 подписчиков. Макс, малышка там надо? Мы сегодня всем раздаем подарки. Правда, подарки в основном девичьи, так что не обессудьте. Там сейчас девочки отоварят. А, так девочек зовите сюда, пускай выходят. Да, они там повзрослее уже. А, ну тем девочкам, значит, не положено. Спасибо. Подходите. У нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале, всем раздаем подарки. Это девочки точно. А мальчику вот собачки, держи. Спасибо. Пожалуйста, на здоровье брать. На поезде катаемся? На поезде катаемся? Ну погнали. Закрытая тележка, есть закрытая. Какая? Фоня, на, держи. Я ваше видео. Да, вот за это тебе подарок. Вот Катя дает тебе. Подарочек дает. Смотри, Настя, это тебе. Пока-пока. Ой, а куда это он едет? Ага. Отлично. Пока-пока! А вот и наша Катя едет. Привет-привет! Привет-привет! Как он ездит куда. О, еще кружок. Привет. Вас уже встречают. Вон. Вот, давай, вот девочка ждет тебя уже. Подходи ближе, не бойся. Вот, Катюш, вот в розовом девочке. Катюш, вот. Всем подарки! 1 000 000 подписчиков. Мы регулярно вас платим. Знаете, что? Я не знаю, есть ли много подарков.
Всем привет. Подарки. Спасибо. Бери, не стесняйся. Привет, сказала. Мы закончили праздничную раздачу слонов. Раздали слонов, оставили одни шарики и теперь идем домой. Да, одни шарики улетели где-то туда, высоко-высоко. Да. А мы идем за тортом? Ну да, наверное, надо. Все, поехали. Катя, Катюша, за тортом едем? Да. Ну, поехали. Еще на выходе нас догоняют. Наши зрители. Наши зрители, конечно. Держи, не стесняйся. Это подарочек. У нас сегодня 1 000 000 подписчиков на канале, и мы таким благодарим. Спасибо. Хорошего дня. Пока. Мы уже добрались домой. Мама наливает всем праздничный чай. И у нас есть даже праздничный торт. Да, кто не видит, я всем объясню, что тут выложена из M&M's цифра какая? 1 000 000. Целый 1 000 000, да, 1,6 нолей. Это у нас уже столько много-много подписчиков собралось у Кати на канале. Вот в связи с чем мы вот и устроили вот этот вот праздник. Да, я так счастлива. Счастлива, что у тебя много-много подписчиков, да? И зрителей. Класс. Ну что, зажигаем праздничные свечи? Да! Давай. Да. Какие, красные или белые? А то апельсин, тот помидор, это тоже свечка? Да, давайте с них начнем. Потом мы включим свет, и у нас будет по всему столу гореть свеча. Я гореть не буду. Надеюсь, нет. Ух ты, они как бомбы какие-то. Давайте свет выключать. И что, нам хватит света от свечек? Да. Ну попробуем. О, уже романтик. Стиле, да выключим свет. Ну как? Вау. Романтик? Красота. Катюш, ну что ж, поздравляю тебя с этим достижением, что ты у нас такая молодец, и у тебя так хорошо получается вести свой канал, что тебя полюбили аж 1 000 000 человек. Это же так классно. Это прекрасно. Умничка ты моя. Катюшечка, я поздравляю тебя и твое творение канал Мисс Кэти с таким большим достижением. Я желаю процветания, еще больше 1 000 000 подписчиков и много-много игрушек и путешествий. Ура! Ура! О, Макс даже ту свечку задул. Давайте на раз, два, три. Задуваем все свечи. И будем в темноте сидеть. Мои любимые зрители, я очень счастлива, я вам нравлюсь, и оставайтесь со мной, я буду радовать своих всех подписчиков на мои видео. Оставайтесь с нами, а мы будем для вас снимать. Оставайтесь и смотрите мои видео. Молодец. Я просто обожаю. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мисс Кэти. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.